Большая пицца очень вкусная и простая в приготовлении. Тесто тонкое, без дрожжей. Ветчина, вяленые помидоры и перец придают особый вкус. Попробуйте. Наполнители для пиццы могут быть самые разные, выбирайте по вкусу. Томатный соус для пиццы, как правило, уже содержит пряные травы и специи. Но если соус не наполнен ароматами, можно добавить в процессе. Сыр подойдет любой, если есть несколько видов, еще лучше. Тесто на основе оливкового масла с добавлением воды. Возможно, понадобится чуть больше, или меньше муки. Добавляйте муку небольшими порциями и корректируйте ее количество. Мука 250 грамм. Масло оливковое 50 мл. Вода 40-50 мл. Соус томатный 150 мл. Помидоры вяленые 50 грамм. Перец болгарский первая часть. Ветчина 200 грамм. Сыр 300 грамм. Базилик 1 по вкусу. Количество порций 8. Подготовим ингредиенты. В миску насыпаем муку, добавляем масло и теплую воду. Все перемешиваем. Замешиваем тесто. Оно получается мягкое и эластичное. Тесто кладем на пекарскую бумагу и раскатываем его тонким слоем по всей плоскости подготовленной бумаги. Далее перекладываем бумагу с тестом на противень. Тесто смазываем томатным соусом. Далее выкладываем кусочки ветчины. Добавляем вяленые помидоры и тонко нарезанные кусочки болгарского перца. Сыр трем на крупной терке и высыпаем сверху. Отправляем пиццу в духовку на 5-7 минут. Пицца праздничная готова. Дополним ее листочками базилика и можно подавать к столу. Приятного аппетита!